1 июня 2019 года, микрорайон Волга-Лайф на берегу Волги. Уже несколько домов полностью готовы к заселению и сданы, люди начали делать ремонты. А еще несколько домов достраиваются, как вы видите, подготовлены под обшивку панелями. Построен магазин, заканчивается строительство детского садика, и территория относительно благоустроена. То есть вокруг домов все выложено плиткой. А сам парк по берегу Волги установлен множество спортивных площадок, детских площадок, но территория, к сожалению, не обслуживается, не косится, и даже вот дорожки немножко разваливаются. Поставили еще одну новую спортивную площадку с тренажерами в самом-самом дальнем углу этого парка, так что какие-то деньги все равно в благоустройство они вкладывают. И под дальнейшую застройку вот, выравнивают площадку, засыпают. Видимо, в ближайшее время начнется здесь строительство еще нескольких домов, потому что по проекту их будет очень много на останках вот этого леса или рощи. Будем следить за развитием этого района. Пока начало июня, все лето впереди. Я думаю, что много за лето могут здесь успеть построить еще домов. По крайней мере, вот фундаменты уже какие-то частично подготовлены. Но техники строительной не видно. Что-то странно, немножко замирает это строительство.